Ребята, поздравляем вас с сегодняшним прекрасным танцем, с прекрасным местом. Как впечатление, настроение, ощущения от этого чемпионата России? Спасибо большое за поздравления. Честно скажу, что ощущения просто фантастические. Потому что, честно, когда я только зашел на паркет, я сразу почувствовал грандиозность мероприятия. Я почувствовал душу, которую вложила наша федерация в это мероприятие. И честно хочу сказать, что танцевал сегодня очень круто, очень атмосферно. Паркет фантастический, площадка фантастическая. Это, так скажем, способствовало нашему танцу. За это спасибо огромное всем. Напряжение было, конечно, до турнира 220, но мы постарались с этим справиться, и эмоции, честно, через край бьют, так сказать. Я готова заплакать от счастья. Спасибо большое. На сегодняшний день турниры проходят практически вот только в нашей стране. Как вы пережили эту паузу вынужденную? Как сейчас поддерживаете себя в форме? Честно? Первостепенно было очень, конечно, тяжело, особенно когда такое резкие изменения, без поездок, без ничего. Но я честно хочу сказать, что я смотрю сейчас на весь мир, вот, смотрю на нашу страну, на нашу федерацию и понимаю, что, блин, извиняюсь за выражение, но это очень круто, то, что мы можем танцевать турниры. И у нас не просто турниры, там, знаете, раз в несколько месяцев, а у нас практически не каждую неделю. И за это, конечно, спасибо нашей стране, нашей федерации, то, что такие мероприятия устраивают. Потому что, честно, в Европе сейчас, конечно, мало танцуют. И мы считаем, что очень счастливы, что у нас есть такая возможность. Мы тренировались, на самом деле, практически весь карантин, так сказать, из-под полы, поэтому старались таким образом поддерживать форму. В домашних условиях. Когда в сентябре начался турнирный сезон, так сказать, мы были в полной боевой готовности. Да, УФП домашние, все дела, не расслаблялись. Главное нововведение сегодняшнего чемпионата – это, конечно, basic, презентация, то, чего раньше не было. Как вы специально к этому готовились или у вас уже были связки, которые вы регулярно тренируете? На самом деле было регламентировано, что за неделю достаточно было много времени для того, чтобы подготовиться. И на самом деле basic – это для нас повседневная рутина, так сказать. Мы каждый день, изо дня в день начинаем нашу тренировку с бейзиковых шагов. И честно хочу сказать, очень крутая идея, потому что она провоцирует на развитие качества танцоров. И это как фундамент для дальнейшего развития, я считаю. Потому что это то, что немножечко ушло, так скажем, да. И очень мы рады, что это возвращает. Возродилось. Да. Причем не только в финале, а именно, что это полуфинал, когда еще больше парка перед основной борьбой, скажем так. Ну, честно, потому что я считаю, что с полуфинала уже все пары высокого уровня, да. Все пары показатели на мировой арене, на российской, поэтому я считаю, что с полуфинала это как раз достаточно нормально и правильно. Мы вас буквально вырвали из рук вашей группы поддержки. Расскажите, пожалуйста, о вашей команде, кто помогает вам готовиться к соревнованиям и кто вас сегодня поддерживал. Наши основные педагоги, наши любимые педагоги Дмитрий и Ольга Жарковы, Сергей Борисович Дуванов, руководитель нашего клуба. Вот. Мы хотели бы им сказать огромное спасибо за подготовку, то, что они нас направили, то, что они уже на протяжении долгих лет, так скажем, нас ведут по этому пути. И поэтому мы прекрасно понимаем, что, блин, без этого это все работа команды. То есть это не только наша заслуга, а работа всей нашей команды, куда входят и наши родители тоже, и наши ученики. Это реально результат сегодня большой командной работы. Поэтому за это всем очень большое спасибо. О, да, спасибо огромное нашей группе поддержки. Это наши ученики, которые не спят, им завтра в 8 утра начинать, и они с нами. Это, конечно, очень круто и дает невероятное ощущение и бодрость в финале. Поздравляем вас еще раз. Спасибо за интервью. Удачи вам в дальнейшем. Классного танца, классного результата. Спасибо. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо.